мы устроили вот такой челлендж. Я буду вытаскивать вот такие вот номера с бумажками. И искать такую коробку с номером уже. И там проходят суперпризы. И, кстати, я буду вытаскивать вот эти вот бумажки с закрытыми глазами. И еще. В коробках может находиться не то, что там должно быть. Там могут быть хоть печенье. Ну, печенья там нет, но в некоторых коробках находится именно то, что на них и нарисовано. В некоторых нет. Начинаем. Вытягиваем номер 3. Это 8, 6, 10, 5, 2. Ну, а где? А, вот он. Так, что написано там? Домик. Ну, я думаю, что там не домик. Там очень легкая коробка. Это насекомые! Давайте посмотрим в конце ролика, какие там насекомые. Хорошо, а пока продолжим. Мешай. Помешали. Открываем камеру и выбираем номер 10. 10 у нас вот тут. Написана какая-то лампочка. Это же из коллекции Макдональдс. Да, у меня еще один такой же есть, но не совсем такой. Ну, теперь у тебя их два. Продолжаем. Номер 8. Где коробка номер 8? Слишком легко. Это синий Lamborghini! Классный Lamborghini. Ну, продолжим. Так, выбираем номер 2. Это же прибышки. Это же точилки для карандашей. Целых 3. У нас осталось коробок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 коробок. Ну, продолжаем. Выбираем номер 6. Какая-то тяжелая коробка. О, что же там может быть? Это же кукла Эльзиана. Еще. Эта коробка сама по себе тяжелая. И выбираем номер 9. Отлично. Что у нас под номером 9? Какая, если бы там еще оказалось то, что нарисовано, было бы замечательно. Это что такое? Это очки ночного зрения. Так они включены. Пошли в темноту. Они так-то велики мне. Все зеленое, даже камера зеленая. Ничего себе, как в шпионских фильмах, да? Я беру номер 4. Огроменная коробка. А, наверное, там и приз огромный. Посмотрим. Наверное. О, это же наушники Bluetooth. Ничего себе. Рабочие. Отлично, лайк. Продолжаем. Осталось всего 2 бумажки. Вытерю. 3 бумажки. Под номером 5 у нас Бакуганы! 2 Бакугана. Ну а сейчас мы их откроем. Выбирай следующий. Что у нас? И кот решил поучаствовать в челлендже? Да, он не учит, говорит. Ну давай, какой номер он вытащит? Я хочу номер 1. Номер 1. Под номером 1 у нас оказался микроскоп.
О, ничего себе, какой микроскоп. И в него, наверное, все видно. Вообще ничего. Достаем рефлексию. Это увеличительное стекло. А где подписчики-то? Они что, еще не подписались? Ставьте лайки и... Жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Помните, я в начале видео говорила, посмотрим, а что здесь делать? Кактус, соль динозавра, муха. О. А это кто такой? Вот кто вот этот вот такой? Рак. Скорпион. Я не вижу, куда идти. Ой. Посмотрим вот так вот. Все равно не видно подписчиков. Ну а я прощаюсь с вами. Пока, до дома.